В России стрелки часов перестали переводить в прошлом году, сделав постоянным временем летнее. Однако сейчас эксперты пришли к выводу, что с отменой перевода часов перемудрили настолько, что теперь время в стране опережает поясной на 2 часа. А это, как выяснилось, вредно для здоровья. Такой переход вызывает так называемый временной стресс. Что касается обсуждаемого сейчас предложения отменить летнее время и перейти навсегда на зимнее, то здесь пока нет единой точки зрения. Мнение жителей Новомихайловского узнала Дарья Туранова. Наверное, можно не переводить. Как-то я не сильно замечаю, что часы у меня действуют. Я их не замечаю, как правило, абсолютно. И на здоровье вообще не замечаю. Все. Может быть, на ком-то и сказывается, на мне нет. Мне кажется, не надо переводить, потому что уже люди привыкли к тому графику, который сейчас существует. И перевод часов просто собьет все расписание, весь режим дня и все время людей. Ну, наверное, люди же привыкли, то, что переводили часы. Им надо будет подстраиваться. Отлично. Можно спать дольше. Ну, перевод на зимнее время, я считаю, что это хорошо будет. Все же эта зима была тяжелая. Темно летом, зимой. И для здоровья лучше, что мы перейдем на постоянное время. Лучше не переводите. Как было, вот как есть, так и оставьте, пожалуйста. Ну, не знаю, лично мое мнение, что детям очень рано вставать зимой. Мне кажется, лучше бы перевели время. Ну, влияет то, что не привычно. Человек привык в одно время ложиться, в одно время вставать. Я ложусь в одно время, приходится вставать в другое. Уже как-то не высыпаешься или не досыпаешь. Или встаешь рано, а потом дольше ждать приходится уже время как-то. Ну, не то уже, не стыкуется со временем.